интересно, новые технологии в интернете продвигают товары. Вот получил письмо, ну это спамовое письмо, видите, такая тема письма была. И вот этот отправитель видео двери, ну, показывается в строке почтового ящика. Ну, глянул, потому что фильм про двери смотрел, художественный. Думаю, открою это письмо, и вот смотрите, какая вкладка видео именно идет, что в магазине видно, кто звонит тебе с помощью приложения в двери. И ты уже принимаешь решение там открыть или разблокировать. Вот такое вот письмо, получается, это как цифровой маркетинг такой, видите. И тут есть переходы, видать, на их сайт. И видео в HD качестве, поддержка, скидки обещают, ну, чтобы человека завлечь. Если не хотите получать обновления, нажмите здесь. Вот если, к примеру, щелкнуть по видео, куда оно нас отправит. Отправило на какой-то ихний сайт. Видите? Нажмем перевести страницу. Ответьте на входную дверь из любой точки мира с помощью видеодомофонов. Это приложение для смартфона позволит вам видеть и разговаривать со своими посетителями, даже если вы находитесь вдали от дома. Видите, можно ответить. Действительно интересная вещь. Видео дверной звонок. Такой вот он. Это то, что тут в него батарейки вставляются. В режиме с питанием с помощью USB кабеля для зарядки. Монтажная плата предназначена с помощью для крепления стены. Ну, интересно, видите, как там технологии идут. Ваши гости таким же. Приложение отправит уведомление. Видеозвонок начнется. Можно и отклонить вызов. Разные настройки есть. Можете сделать стоп-кадры. Тут они даже видео на сайте разместили. Но запустите его. Коробку открывают. Аккумуляторы. Настройка смартфона. Ну, так настраиваются и уличные видеокамеры, которые по Wi-Fi работают. Ну, интересно, технология. К чему это я говорю? Что знакомый производитель решил принять участие в выставке, то, что он производит. А там настолько дорогое участие, что может действительно такие письма с помощью специалистов рассылать. По базам данным ихним они разошлют с предложением сделать красивое видео, короткую презентацию, что ты хочешь показать, как в письме мы глянули, и отправлять. Потому что Google реклама дорогая, а так получается, с помощью этого можно человека так увлекти. Вот видите, как видео в письме встроенное. Так что такой цифровой маркетинг – это интересная штука. Ну, тут уже каждый сам себе выбирает. Но эти рассылают там за 1000 гривен по большой базе адресов. Но многие не читают письма. Ну, тут это на английском тема письма. Ясно, что наши люди не будут читать сильно. А если за границей, то, может, кого-то привлечет. Тут уже как надо правильно составлять тему письма. Чтоб человек все-таки взгляд остановил на нем. Ну, посмотрим еще о письмах, поговорим в других видео.